Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Российских автовладельцев могут осчастливить амнистией по штрафам. Такой законопроект неожиданно подготовило правительство страны. Суть его в том, чтобы внедрить единый ГОСТ на установку комплексов фото-видеофиксации нарушений. Стало быть, штрафы с камер, которые ему не соответствуют, должны быть отменены. Когда это может воплотиться в жизнь, не уточняется. Трасса 101. В этом году порядка 1300 водителей в Кировской области попали в поле зрения полиции за оставление места ДТП. Они уже наказаны или им еще грозит наказание в виде ареста до 15 суток, либо лишения прав на срок до 1,5 лет. ГИБДД напоминает, уезжать с места аварии слишком самонадеянно. Беглецов обычно удается обнаружить по записям видеорегистраторов, камер видеонаблюдения, а также по показаниям очевидцев. Трасса 101. Автомобилисты из многих российских городов жалуются на юных хулиганов, которые скручивают колпачки с колес. В первую очередь внимание воришек привлекают необычные разноцветные колпачки с изображением логотипа марки. Видите ли, это такой тренд в ТикТоке. Собери коллекцию колпачков и выложи их фото в своем профиле. Затем обычно от незатейливых автоаксессуаров избавляются, принося их на шиномонтаж и требуя за них пару сотен рублей. Трасса 101. «Шкода» начала выпуск «Фабия» четвертого поколения. Будет ли автомобиль продаваться в России, неизвестно. Модель покинула наш рынок 6 лет назад. Новинка заметно увеличилась в размерах. В линейку моторов вошли однолитровые бензиновые атмосферники мощностью 65 либо 80 лошадей, турбированные агрегаты того же объема на 95 и 110 лошадиных сил. Топовая версия получила 150-сильный двигатель объемом 1,5 литра. Среди опций адаптивный круиз-контроль, парковочный ассистент, система соблюдения рядности движения. Трасса 101. Это будет бомба, а не кроссовер. В этом уверяет китайская компания Чинган, имея в виду свой паркетник под названием Юникей. Его продажи должны стартовать в России до конца этого года. Впрочем, параметры автомобиля вполне привычные. Длина чуть менее 5 метров, размер колесной базы почти 2,90. Мотор бензиновый, двухлитровый, с отдачей более 230 лошадей. Внутри будет множество сенсорных органов управления. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.